чем дети их кормите? Да, сейчас курагой мы учили какао, бутерброд с ветчиной. Давайте попробуем. Отведать школьный завтрак глава округа Андрей Иванов отправился в Веденскую школу номер 3 города Звенигород. В октябре здесь стартовали ремонтные работы в помещении горячего цеха. Ежедневно школьная столовая обеспечивает полноценным питанием порядка 600 учеников. Инициативная группа родителей оценила качество еды своих детей. Была каша молочная, пшенная с курагой, довольно такой приятный вкус, не сладкая. Вот, был бутерброд с ветчиной. Вот, какао и мандарин. То есть ребенку вполне достаточно. Я считаю, что маленькому и взрослому это вполне. Я даже не смогла все съесть. Уютная столовая, вкусные завтраки и комфортные санузлы и душевые. Кроме обновления пищеблока, в школе заменили все канализационные трубы. Выполнили ремонт в санузлах и раздевалках спортзала. Старое здание никогда не ремонтировалось. В последнее время начали поступать жалобы на неприятные запахи. Чтобы устранить проблему, были проведены масштабные работы. Ремонт горячего снабжения, холодного снабжения, полностью ремонт, замена раковин во всех санузлах. И главное, что о чем родители, в общем-то, в последнее время замечали, это канализация. То есть все сети канализационные во всех санузлах и по школе были заменены. На время ремонтных работ ученики находились на дистанционном обучении. Сегодня школьники приступили к занятиям в обычном режиме. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».